Сказал Господь Моше, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои». Я думаю, дорогие друзья, что для всех вас это место является очень знакомым. И знаете, одной мыслью хотел бы с вами поделиться. Я считаю, что наш Господь, Он многомилостивый настолько, что вот это повеление о праздниках Его, оно и есть тот календарь жизни, по которому верующий человек может проходить весь свой жизненный путь. Потому что мы с вами идем от праздника к празднику, и даже сейчас, записывая это обращение к вам, мы находимся в пасхальные дни, с чем вас всех сильно поздравляем. Надеемся, что исход вашей жизни произошел окончательно, бесповоротно, и вы, следуя даже пустыней самой сухой и самой песчаной, следуйте за нашим Господом, Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Якова. Так вот, о чем я. Мне кажется, что, знаете, многомилость нашего Бога, она проявляется в том, что помимо тех праздников, которые указаны в этой 23 главе книги Левит, мы с вами имеем такие прекрасные праздники, как Пурим, такие прекрасные праздники, как Ханука, когда мы можем в те самые длинные перерывы между основными праздниками иметь, опять же, возможность собираться своими общинами, собираться своими семьями для того, чтобы праздновать, для того, чтобы радоваться в нашем Господе и иметь победу из праздника в праздник. И вот на чем я себя споймал еще. Помимо этих праздников, в череде этих праздников, у нас с вами есть еще один особый период, когда мы, как Божий народ, когда мы, как Божьи дети, собираемся вместе для того, чтобы искать еще большей близости с Богом, для того, чтобы прославлять Его имя. И это наш с вами мессианский молитвенный ретрит. И именно по этой причине и по этому поводу я обращаюсь ко всем из вас, кто увидит это видео, кто увидит это обращение. И хочу напомнить вам, что совсем скоро, а именно чуть больше, чем через месяц, 8, 9 и 10 мая в городе Черноморск, именно на этом месте, в нашем прекрасном зале общины Бет-Эль, пройдет очередной наш мессианский ретрит, когда мы с вами соберемся для одной единственной цели – еще больше познать нашего Бога. И девизом нашего ретрита является место из Писания, которое всем вам уже, наверное, известно, о том, что проходите, проходите, равняйте пути Богу, разбрасывайте все ненужные камни, которые мешают вам, чтобы знамя нашего Господа, оно было поднято нами, нашими общинами, нашими церквями, для того, чтобы мы с вами, как Божий народ, в это непростое время, когда мы живем, вглотнув этого свежего воздуха, свежей мотивации, свежей силы для прорыва в Боге, разъехались после ретрита с новыми силами. Поэтому поспешите, кто еще не зарегистрировался, кто еще не подал заявку на проживание в нашем прекрасном месте, где мы будем с вами собираться, пожалуйста, поспешите сделать это, потому что времени все меньше, апартаментов все меньше. И мы с нетерпением ждем встречи с каждым из вас, мы с нетерпением ждем встречи для того, чтобы еще больше погрузиться в Божью благодать. Приезжайте на мессианский ретрит в город Черноморск 8, 9 и 10 мая. Мы ждем вас. Шалом!